Утвержден список из 40 финалистов архитектурной премии Москвы 2020. Это видеоверсия сайта «Моя Москва онлайн» и сейчас подробности. Агентство городских новостей «Москва» сообщает, что утвержден список из 40 финалистов премии Москвы в области архитектуры и градостроительства. В пресс-службе столичного комитета по архитектуре и градостроительству отметили, что в первом туре в список финалистов премии вошли проекты в 5 номинациях. Победители в номинациях будут выбраны в рамках второго тура и названы 1 июля, в День архитектора. Из 106 заявок жюри отобрало всего 40 финалистов. Все проекты распределены по следующим номинациям. Лучшее архитектурно-градостроительное решение спортивных и зрелищных объектов, лучшее архитектурно-градостроительное решение объектов коммерческого назначения, лучшее архитектурно-градостроительное решение объектов образования, медицины, религиозного назначения и городского управления, лучшее архитектурно-градостроительное решение жилого дома стандарт-класса и лучшее архитектурно-градостроительное решение объектов транспортного назначения. В список номинантов вошли уже многократные участники премии, такие как архитектурное бюро Сергея Скуратова, ТПО «Резерв», Цимайла Лишенко и партнеры UNK Project, Моспроект 4. Бюро, которые впервые принимают участие в премии, это архитектурная мастерская Кашириных, Архформат, архитекторы Ареал, ЗАО НИИПИ и ГСП и арт-группа «Камень». В рамках первого тура экспертный совет проведет онлайн-голосование, а на втором этапе эксперты выберут 5 победителей. Лауреаты получат архитектурную премию Москвы 2020 и вознаграждение в 1 миллион рублей. Пока это все, еще больше новостей из жизни столицы и не только вы можете найти на сайте mymsk.online. Всего доброго!